Звездный хирург Тимур Хайдаров рассказал газете «РУ», что Филипп Киркоров может прикрывать свое лицо из-за флюса. При этом Хайдаров отметил, что артиста ждут кардинальные изменения во внешности. Увидеть итоговый результат изменений Киркорова можно будет во время его весеннего шоу. Вы скоро все узнаете. Мы говорили, что у нас будут скоро еще кардинальные изменения. Вам все сразу расскажи и выложи. Скоро все узнают. Если быть точным, 30 апреля у него будет выступление в Крейв-шоу. Там все увидит всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали. А проделана, на самом деле, большая работа, и будет еще несколько таких вишенок. Даже люди, которые знают его давно, даже они скажут «Вау», — сказал Хайдаров во время форума Big Beauty Boss. Слухи о том, что Филипп Киркоров сделал очередную пластическую операцию, появились в СМИ после того, как артист посетил гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит» с черной повязкой на лице, которую он все время поправлял. Сам Киркоров ответил на слухи фразой «Все натуральное».